4 апреля в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность. На торги выставлено 5 лотов. Все участки предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Два из них находятся в районе 3 и 4 виноградных переулков. Цена от 11,5 до примерно 13 тысяч рублей. Сумма задатка одинаковая. Она составляет 400 рублей. Еще два земельных участка расположены на 1 и 4 старолотовских переулках. Цена на них варьируется приблизительно от 26,5 до 29 тысяч рублей. Задаток – 1000 рублей. И последний участок размещается на Староволотовской улице. Он и самый дорогой. Начальная цена – более 45 тысяч рублей. Сумма задатка – 2300 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодес-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодес-центре по номеру 419786.